Привет тебе, я Коперник, это лагает Десит. Да. Где-то я видел эту игру. О, на лице нашего героя появились какие-то ссадины. Давайте посмотрим, что это. Можем выбрать еще. Алекс долго скрывался в тени. Угу. Так, а вампиры значит, здесь нельзя выбирать. Я знаю, что здесь можно играть либо за людей, либо за вампира. Зараженного, так сказать. Так, у нас есть на выбор Чумазик. Чумазик с Хайером. Шахтер. Если честно, это похоже на немку. Квадратный подбородок. Старик. И подросток Лизбуха. Окей, давай так. Алекс долго скрывался в тени в поисках сенсации. Он знает, что иногда нужно замарать руки, чтобы докопаться до правды. Теперь им предстоит разгадать таинственные исчезновения всех больниц Крюгера. Он еще не знает, что его там ждет. Так, ага, сгребнем, чувак. Когда ты в триаде, у тебя всегда будут враги. Но когда ты пытался шантажировать подпольную компанию поставщика оружия, тут уж тебе точно придется не сладко. Чангу предстоит узнать, что за биооружие продала таинственная биокомпания. Блять, компост она продала. Китайским военным. Биокомпания, занимающаяся био... Хорошо. И узнать, как это связано с психбольницей Крюгера. Пусть один бежать. Будучи сотрудницей полиции, Лиза бла-бла-бла, Рэйчел смогла на корпоративной борьбы, да-да-да, сразу видно, немецкий контрразведчик, а это кто? Китайская студентка по обмену, точно. Ну, давай, наверное, за старика. Доклады немецкой контрразведки вынудили Ганса провести разведоперацию, сука, в одно слово, ладно. Хотя, в принципе, так, наверное, должно быть. В Арктике. Но докопавшись до правды, он оказался в 13-й и спустился ниже в мёрзлую землю, увидел красное свечение из-под снега. А потом наступила тьма. Ёб твою мать! Сука! У него только шусы отрастил, блядь. Охренеть. Капюшон за пятихат разблокирует у меня сколько? Не знаю. Так. Вот и кошачьи ушки можно. Так, это капюшон, блядь? Это капюшон. И крутые кошачьи ушки, понятно. О, блядь! Парень! На стойке боярышника, что ли, выпил? Че ты так дергаешься, ебаный шкаребаный. Клоун и демон. А клоун охрененный. Демон так себе. Лесной, бледный, темный. Давай. А, то есть остальное все покупать, да? Сейчас гребень вырастет, смотри. Смотри. Здесь он охрененно работает. Бритый Чанг. Добрый вечер. Сука. Кепка Чанга. И руке с фиолетовый. Нет, с гребнями не хочу себе, пацана. Волосы По. Волосы Ганса По. Чего, блядь, чьи это волосы? Охуительно. 10, блядь, из 10. Не знаешь, я лучше буду обычным. Оливковый, синий. Что это значит? Надеть. Часы, типа? Часы. Так, подожди. За бесплатно. Так. Дикий брюнет. Шапка Алекса. Сука.
охрененно. И в очках такой, о, грэбень. Самоуверенный. Униформа. Эч, а. В полоску униформа, не, спасибо. Опа. Заебца. Песчаный пекарь. Ооо, это 5-7. Это ж 5-7, да, как я понимаю? Да. Он песчаный, как раз такого цвета, не оливкового. Боевой нож и боевой нож. В чем разница? Я не вижу разницы, ладно. Пусть будет так. Угу. За дитка, конечно, мало кто играет, мне кадрится. Блять, за дитка. Сейчас, секунду, еще что-нибудь придумаем. Маска, еть, ёб твою. Но у него все меньше, понимаешь, чем того. Так, пекаль. Песчаный. Боевой нож такой. Махать рукой Ганс. Я умираю. Понятно. Ну, окей. Пусть будет так. Зачем про маску едет? Ты напялил дурдила. Ну, ладно. А это типа из-за глюка я в ней буду теперь бегать. И с ножом, и с пекалем в одной. Сука, окей. Так, ускорение пока не активно играть. Быстро игра. Ну, давай попробуем. Русский. А пинга до какого? Сколько? Какого? Когда? Где? Ну, окей. Ладно, погнали. Ваша игра найдена. Что, типа отмена и окей? Охрененно. Неужто я действительно в маске Йети буду бегать? Те-йети. Ой, дремучий лес. Сучий-сучий лес дремучий. Угу, то есть здесь еще можно вот такие, типа, купать мордочки, да, получается? Так, это, типа, у меня загружается игра. Тут вот внизу написано. Там Коперник, видишь, и ниже. Получается, вот, типа, как у меня все загружается, как и у всех. Окей. Правда, винчестер у меня не мигает. А все, готов? Готов. Филипп Киркоров с нами играет, заебись. Ёб твою. Летающие скальпы были. Чего, блядь? У меня в руке топор, хватка, как у ножа. Ничего не понимаю. Чу. Так, бег. Невиновный, найдите вы. Алло, пацаны. Так, что это значит? Я сейчас в первый раз играю. Алло. Привет, привет. Я невиновный, а ты? Тебя плохо слышно. Тихо. Я невиновный. Ну вот это понятно. Так. Соблюдаем молчание. Я же его тоже не виновен иногда. Чё это, блин, так? Куда? Я виновен, по сути, я перепутал. Кого? О, клёво. Слушай, этот, у него антидот, его надо кедр залить. Ты понял, да? Кого антидот у меня? Ты что творишь, Как будто перчивый-то, блять, весь. Чан, ты чё в наших пацанов стреляешь, я не понял. Так, В наших пацанов стреляют, не трожь. Потом, блин, приедут и спасибо. Кто-то бегает. Из Пас-Вегаса, да. Из ОССР. I'll take that. Так, фонарик у него, да? Чё, блядь? Пацан, ты нашёл предохранитель? Нет. О! Нашёл. Они только появились. Так. Главное, чтобы эти упыри нас не покусали, как я понимаю, да? У нас предохранители, заебись. Пока никого не слышал, чтобы кто-нибудь так делал. Так, где? Ты такой страшный, Глеб. Так. Что такое? Это...
нет, нет, Вадик, я рядом, я его стрел... Что? Что, что, блин? Это Рэйчел, ребят, это Рэйчел. Рэйчел и Лиза. Ребят, Рэйчел и Лиза. Они убили бедного Вадика. Это тупый меня завалил. Я вообще не понимаю, в чем здесь прикол, как здесь играть. Ну ладно. Окей, окей. Допустим. Ребят, чё тебе брать? Так, подожди, у меня же был предохранитель вроде, нет? Что такое? Ребят, Рэйчел, валите, пожалуйста. Хотите выиграть? Валите Рэйчел. Если не хотите выиграть, не валите Рэйчел. Так. Что такое? Кто меня вальнул-то, блядь? Как можно посмотреть, кто меня вальнул? Что за говно? Типа дегенераты какие-то здесь играют? Let's test who's infected. Пацаны, у меня ловушка. Так. Ребят, Рэйчел, войдите, пожалуйста. Прошу. Заебал, блядь. Ныть, сучок. Так, сука, ты куда-то побежал? Кто-то, тихо. Как туда он пробрался, Сука. Ты серьёзно? Какая зараза, Рэйчел дала дробовик тебе? О, у меня аптечки. Так. Те блядские предохранители, я не понимаю. А, ты типа ночью встаешь? Привет, чувак. Угу. Патронов у меня нет, да? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, чувак, фиолетово с гремнем. Так. Типа надо далеко еще туда бежать, да? Чё за херня? Чё за херня? Голосовать невозможно ночью. Отлично, это хорошо или плохо? Почему меня всегда убивают? Что это за... Так. Ярость? В чем прикол-то, блядь? Я ничего не понимаю. Охо-хо! Ах ты, блядь. You win some, you lose some. Чего, блядь? Я ничего не понял. Серьезно. Но, наверное, тут... Я ничего не понял. Окей, окей, подводим итоги игры. Кролик молчит. Сейчас что-нибудь придумаем. А, вот ты был постоянно этим. Так. Так. Филипп Киркоров, значит, был этим петучом. Вот это чёрт. Подожди, так и на меня же вроде какую-то с фиолетовой прической нападал. А здесь его нет. Странно. Окей. Я ничего не понял, но это, наверное, круто. И тут текстур нет. Опять. Что это значит? А, то есть Филипп Киркоров всех загры. Я знал, что он упырь, блядь, я так и думал. Серьезно. Навыки. Че это у меня? Навык какой-то открыт. Удар в спину. Ловушки не виноват, посвящен он когда в форме человека. Крепыш. Сейчас, секунду, сейчас разберусь, включу. Ну, короче, выбора не особо много. Так, а где еще у меня что-то? Так. С половиной полоски крови. Ужас. 1000 баллов необходимо. А у меня сколько? Окей, ничего не понимаю, но... Окей, что-то дали. Наперстки? Что это? Что?
Так. Ага. А под каким? Что под каким лежит-то, блядь? А, в связи с стаканом. Начать, окей. Ну, типа вот этот стакан. Угу. Здесь он. Thanks for playing. Ага, так. Отлично. Собрать. Жетоны. Купите их в магазине или получите. Окей. Мне дали... О, боги Асгарда. Ну, погнали, еще разочек загоняем. Я одел эти часы из кости, вот они, и все, пока. Ладно, ладно. Сейчас за Ханса же играю, да, за Ханса. А Рэйчел кто? Рэйчел это... Понятно. Ни одна кнопка не работает. Заебись. Так, погнали. Так, вон он я, старик. Пиздатка, держу топор. Окей, погнали. My head. Так, а вы где пекаль? Пекаль, отлично. Зара... Now I have a shotgun. Let's see what you can do with it. Boom. Так. О, братец бомжарец. Антидот? Что за фигня? Нифига я не понял, окей, ладно. Что-то вроде что-то глыкнули. А? Антидот сломали. На воздухе сидит? Так. Пум. Так. Все на центре, давай все на центре. Или возле красной машины. Говори громче, я тебя не... Все возле красной машины. Алекс? Алекс, давай вместе. Пойдем. Так. Типа сюда заставляешь что-то, да? Так. Что? Зачем все толпы бегают, блядь? Так. Так. Ничего не понятно. Что здесь наверху, интересно? Если не выйдет, то это заложено невозможно. Здесь уже. А, прикольно, очки Хэллоуин какие-то дали. Ничего не крутится, понятно. А где следующая зона-то, блядь? Быстрее беги! Штопанный пиздец какой-то. Так. Так, здесь все. Сделали. Здесь все, блин, не кровь. Так, тут где-то чекер. Ничего не видно. Прикольно, прикольно. Так, а ночью?
Убить можно или нет? Короче, где-то два пакета съели. Погнали. Коперник, Чан. Сука. Меня, да? Ченка мочу. Так. Иди сюда, моя красавица. А, пацаны, я потерял. Блять, да хворы! Блять, надо теперь ныкаться. До всех. Один остался, типа. Ну, иди сюда. Или нет. Или... Боже, за него я сюда. Заебись. Верь в меня. Ну все, мы выиграли. Я никому не верю. Здравствуй. Как тут говорить-то, блять? Что говорить? Да хорош! Да хорош! Чисто! Ай, ай! Чувак, чё, чувак, чё за фигня? Сейчас зараженных, защити выход. Сучамбус, отлично. О, беги, сука, беги. Тебя могу поднять, нет? Ты дурак весовой, блядь. Дурдела, ёпта. Где эти? А, заебись. А, хорошо. Как я-то понял, там не обязательно собирать все три, да, эти ячейки. Меня быстро раскусили. Знали, что это я. Но. Заебись. Вот это подлость. Вот это подлый. Сундук получили жетоны. Хорошо. Я получил жетоны. Новый навык. С половины полоски крови уже стар, заебись. Невиновный посвящен вам, когда вы в форме человека. Ловушки невиновных. А, всего половина, то есть это... Так это ж хрень. Аперитив. Ловушки невиновных тоже все это фигня дикая. Лучше прямо сразу разблокировать вот это дело. Активировал мои рычаги, сложнее сломать, нифига себе. Так, а у меня же еще где-то есть эти хуёвины. Наперстки, во, не же есть жетон. Хуй мне не жетон, блядь, заебись. Где их могу взять? 10 жетонов, 4 бакса. Ребят, спасибо. Убери свою руку, блядь. Я хочу еще жетон. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Психбольница. Антигрифер загружается, все. Ну ладно. Никогда здесь не играл. Посмотрим. А что значит хэллоуинские сладости продать? Тоже не понял. Ну ладно. Давай, антигрифер, грузись.
What happened to my chopper? Чё он чапа сказал? Невиновный, понятно. Здорово, парт. Привет. Привет. Шо? Шо дед пожаловал? РП отыгрывает. Так. Я мазал ксерп, потому что... А я кто? Я Чанг? Да, ты Чанг. Всем привет! Пиздец. Так, сейчас, блядь, за дедушку. Вот и гай. Я вот, мне кажется, отлично отыгрываю РП за Лизу, потому что я 40-летний не контракт. Мем, ржачка, прикол. Смотреть да усрачка. Да, блять. Че ты там бегаешь, Лиза? А я кровь. А тут кровь глыхнут, так ста. Где? Что-то. Это вот нечестно. А я только что слышал, что кто-то кровь глыхнул, ста. Покажи где, поясни. Как минимум две крови глыхнут. Ну что, экстерминет, кровички не хочешь глыкнуть, нет? Хочу, но не могу. Не хочет. Дайте мне дробовик, пожалуйста. Я за тобой слежу. А я тебе не доверяю. Нужно, чтобы кто-то взял дробовик. Я не доверяю Хансу и Рэйчу. Можешь встать, пожалуйста, Али? Ой. Так, гуруньку надели. Ты бегала всю игру дед, одна. Дед, там идешь? Алло, дед. Давай-ка мы тебя нокнем. Там ног... Меня этот... Ну-ка. Ног нахер сейчас посрать. Сколько плюшек. Какая разница, мы еще фузы найдем. А, так, аптечечка. Мы теряем сейчас ярость. Не найдем. Тут глыкнул, нет? Ага, зато ты нас не схавает. Так. Где щиток? Вон на щиток. Ничего не видно, серьезно. Фонари есть? Нет? Нету? Так. Ну ты я вставил его, нет? Так, я предлагаю ног не Ханса, а Лизу. Ну. Окей, у меня фонарь. У меня патрон. Я не хочу, чтобы. Давай, меня... чтобы было честно, типа. Мы сейчас на тебя дуем. Сейчас... Так, а где они, блядь? А мне без разницы. А если я зараженный, то у меня будет минус патроны минус. Тут стреляет. А если ты зараженный? А если я зараженный, то я выпил неплохо крови и не использовал ее в первую ночь. Не и чё? Думаешь, что это подозрительно? А, тут есть чекер. Чекните меня, если вы доверяете. Но... Так, а где они, блядь, все? Это на самом деле странно, то, что Рэйчел сейчас мне доверяет, я чекаю Рэйчел. Это Рэйчел! Ты чё зараженная? Я, за сука какая, а? Можете проголосовать? Это Рэйчел, ребята. Идите сюда, все сюда. Послушайте дедушку, это Рэйчел. Вот, иди сюда. Рэйчел зараженный, проголосуй. Ребята, быстрее. Хорош. Заебца. Ох, блядь. Она, я не проголосовал. Почему ты не проголосовал? Потому что не успел. Так, мне кажется... Не-не-не. Так. Возможно, это Нина. Где она? I've placed the tracker. Так. Отзовись. Ага. Так. Что, блядь, происходит? Почему все здесь? Где предохранители? А, кто-то фьюз взял, поставьте фьюз. Ты что-то? Да, бежит, помогите! Помогите! А сейчас мясо будут ходить. А, сука, глазастая. Павший ужас. Павшая срака. Так, возможно, это Ханс. Почему? Потому что он начал стрелять по мне. А фузы? Я не слышу. Ханс, по-моему, брал фузы, не ставил, типа. Все хорошо. Ханс не брал фузы.
Погнали на второй этаж, на следующий. Потихонечку. Оп. Сейчас сразу же убиваем Рэйч. А теперь я хочу сказать, в чем проблема моих ноков. У меня нок, но у меня нет ни хера патронов. Зачем у меня в сфере? Stay back! I've got this! Так что ноков всех подряд... А, это он типа дыровый получает гад. Say hello to my little friend! У меня еще не было фонарика. А, все, давай можешь помолчать немного, и сейчас нужно искать Рэйч. Надеюсь, вам хорошо слышно еще секунду. Ну, прикольно. I'm armored up. Еще что скажешь? Я думаю, что Рэйчел дед. Дед, что ты можешь сказать в своем оправдании? Я? Да. Stay away, or I'll inject you. Ну, вообще-то, когда там нападал этот упырь, я был вместе с вами так-то. Нет. И второго упыря... В смысле, с хуёв да, нет? Да-да-да, и стой, все, ок, я дебил. Но второго упыря-то тоже не было где-то. Кто ты тут спрятался за дверкой? Посмотри на нее. Там вот рэк! Опа, ах ты с... срань, мочи ее, блядь! Ребята, я не буду вас убивать. Ой-ой-ой. Честно. Меня убивают, ребята! Ребята, блядь! Есть у кого? Интидот. Кто тут валяется? Это дед. Значит, кого с нами нет? Алекс с нами нет. Алекс есть, это Нина, это Нина. Так, мне антидот, надеюсь, колет, нет? Поражение, ну окей, меня убили. А это... Че копает? Нихуя, не че копай. А кто? Я Чанг, если антигрифер. Хе-хе-хе, сука. Заебись. И это выигрыш, победа? Понятно все. Завалили все. Негодяев. Дед, заебись отыгрывать, по-моему. Надеюсь, мне сейчас дадут уровень и наперсток. Угу. Ну, если честно, я так думал, что это экстерминейт. Блять, вот совсем думал. Совсем думал. Прогресс уровня до второй уровень? Нет, нифига. Но мы, по-моему, выиграли. Да? Так ведь? Так, вот сначала перешли. Так, потом исцелен. Третья зона. Чикапай, исцеленок, терминейт. А, то есть Чикапай подыграл. Сбежали, все сбежали. Заебись, сбежали. Антигрифер меня загрыз, сука. Блять. Так я и знал, что ты, блять, упырь злой. Ладно, ладно. Сейчас еще разочек попробуем. Чилинг Арктик. Неплохо. Неплохо. А, ребят, что до сих пор грузится? Ну ладно, подождем. Немножечко. Так, а почему мне? Я за негритоску? Я за негритоску, а сколько? Окей. Я не знаю, почему мне за негритоску. Здорово. Ребят, а я за негритоску сейчас играю, скажите, пожалуйста. Да. Блять. Не, это правда. Stay back. Хотел за старика. This will show those things who's boss. I've got a camera. I've got a camera. Мне кажется, или здесь должна была кровь быть, нет? Нет. Я хаза вообще. Так, что тут? Вы здоровы. Выпьем за любовь. Пере-пере-пере-пере глаза. Выпьем за любовь. Минутка расизма пришла. И поскольку я играю за негритоску, меня, скорее всего, убьют первого. Да, наверное. Жаль, что я про невиновный. Да хотелось бы так побыть виновным. Шесть очков Хэллоуина. Гигантский мармеладный. Так. Сейчас сразу хлоп. Куда идти? Ага, понято. Опаньки. Ух ты!
Ой, звук. Ой, меня грызут! Грызут! Грызут, блядь! Больно, больно, больно. Тебе больно? Пацаны, подойдите сюда ко мне, откройте. О, блядь. Ну, я стекаю кровью. Кто-нибудь с антидотом есть? Нет, конечно, заебись. Ну, я же говорил, играй за негритоску. Поэтому я и первый умер. Ну и ладно. Да, покинуть игру. Посмотрим, что там еще будет. Так. О, я делаю. Мой сранник говорит. Так, эта хрень начала крутиться. Давай. Ну. This could come in handy. Так, я вижу броник, броник вижу. Так шикарно. Подойди сюда, подойди сюда. Женщина черная. Подойди сюда. Подойди к крови. Пяти невинных. Подойди к крови. Вон к этому. Ладно. Что написано большим буквам? Ты чё по нашему стреляешь, алё? Так. О, котик, дайте, котик, дайте. Два. Три. Наёбщик, что написано большими буквами? Слушайте, стоп. Идёмте все в центр. Так. И, блин, можете разговаривать? Stay back. Не можем. I'm taking this. Никто здесь не может разговаривать. Ребят, кто вампир, признавайтесь. Так, все идите контейнером в центре. Я не верю, что это в центре. Какой, блядь, контейнер? Ты ебанутый. Так. Идите все к камере. Надо... Не, стоп, надо предохранитель искать, ё-моё. Да. Здравая мысль, блядь. О, блядь. У меня предохранитель. Прикройте. Опаньцы, шлёпанцы. Дайте дробовик. Так. Чувак, встаньте. Бегом. Встань на штуку. У меня дробовик есть. Так, снайпер. Я за всё, тобой слежу. Все, в камере, все. Нет, не расходить. Ах, стоп. Надо предохранить. Так, иди, вставляй его. Слежу. Так, ладно. Пора. Предохранитель не берется. Так, температура тела уменьшается. А, точно. Здесь это, видимо, обыграли так. Заебись. Так, здесь нужно какую-нибудь броньку, наверное, поднять. А почему у меня 50 брони стало? Так. Так, стоп. Никто не раскрылся на первой ночи. Это странно. Походу, кто-то не знает, как играть. О, все к чекеру. Пойди сюда, Стёпка. Встань дайте сюда, да, помоги сюда, дедушке. Спасибо. А что это было? Хорошо, проверь меня. Соперник. А? Знаешь, как? Проверь. Как? Вставь как? Свою штуку, которую поднял. Так. Кого проверить? Сашу, проверь. Фиолетовый, остановись. Фиолетовый. Стой! Сашок, стой! Саша, стой! Кто он? Зараженный, Сашка, зараженный! Ребята! Все стреляем в Сашку! Вот этот с гребнем фиолетовый, блядь! Зараженный, он зараженный! Фиолетовый зараженный! Быстрее, ребята! Быстрее! Мы его не убьем ночью! Точно! Ну... Расчехляем камеры!
100%. Так. Так. Хорошая была игра. Ё-моё. Так. Волосатый. Заебись. Меня сбросили! За что? Кто это? А, сука! Ребята, есть у кого-нибудь антидот? Тут нашего завалили. Так. Бегом. О. У меня, к сожалению, антидота нет. Это печально. Гад. Где следующее здание, да? Так, отлично. Куда идти-то, блядь? Температура тела падает. А. Быстрее, ребята! Замерзаю нахер! Так, сейчас, блядь, стережем этого петуха фиолетового. Вот, фиолетового, вали, блядь! Он зараженный! Вали, вали, вали! Есть еще кто? Из наших? Живой! Ребята! Не знаю. Мы вдвоем остались с тобой. А голосование пройдено. Найдите предохранитель, чтобы сбежать. Серьезно, мы остались? Так, на второй этаж. По идее, этот чипальдук второй должен быть убийцей. По идее. А может и нет. Вон он, выход. Как отсюда выйти, блядь? Тихо. Я готов, Питер. Я готов, сука. Где ты? Опа! Охренеть. 10 из 10, вот это уже ад, я понимаю, дище, блядь. Ну тут, короче, эти двое, там был вот этот написан. Девчонки, почему я три? Что это, блядь, такое? Они как... А, они, походу, дело здесь неверно расположены, вот эти чуваки, да? То есть на нем должен быть прям значок такой. Сёвка был заражен, это вот этот, да? И получается... Сас. А, да, вот этот Саша. Да, точно. Дали новый жетон. Отлично. Шикарно. Ты посмотри, в напёртке сейчас сыграем. Давай. Лови. А за каким стаканом следить? А, то есть под этими тремя стаканами по награде лежит. Понял. Давай, Забыли, буду следить за тобой. Предпоследний. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Сучамбус. А, вот он. Я, блядь, умею следить. Come again. О, очки, Хэллоуина маска, едьте охуительно. Ребята, 10 из 10. Навыки. Так, новый навык, отклонение. У вас на 50% меньше времени, трекеры отслеживают вас. Теперь вам рычаги сложнее сломать. А в чем прикол, в чем разница? Что за трекер?
Давай, активируй рычаги, тяжело, если сломать будет. Окей. Пусть будет так. А, то есть обратно вернуться эту фигню не мог, да? И профиль. Профиль, в профиль, профиль, в профиль. Отлично. Что у меня в профиль-то далее? А, во, одежу. Одежу точно. Ну, будет, значит, пентаграмма. Ёптель. Охренительно. И маска эти. С пентаграммой. Заебись. Сатана, блядь. О-о-о. Все, ребяточки. Я думаю, на сегодня хватит. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мне понравилась эта игра. Еще будем продолжать. И если вам интересно это было наблюдать, интересно, так сказать, было вместе со мной играть, ставьте лайки, пишите, типа, да, нам интересно, да, нам понравилось. Продолжим. Все, а пока что вынужден с вами, так сказать, распрощаться. Всем пока.